Накануне вечером в подмосковном аэропорту Шереметьево в результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Пассажирский самолет «Москва-Мурманск» запросил аварийную посадку. При приземлении загорелся двигатель. На тот момент на борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия. По данным МЧС, возгорание ликвидировали в течение 18 минут. Истинные причины аварии сейчас выясняют. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшая смерть двух и более лиц. Сегодня аэропорт Шереметьево работает с ограничениями. Расписание рейсов было скорректировано.